поздравить городскую мафию с будущим днем рождения. Хотела бы пригласить всех на большой праздничный вечер, как старичков, так и новичков. Будет очень интересно, будут очень интересные игры. Также будут старенькие мафиози, которые вам расскажут, как играть в эту игру. Приглашаем всех 9 ноября с 9-7 часов вечера до 11. Молодежный центр. Передаю привет маме, бабушке, папе, сестренке своей. Желаю им счастья, здоровья и всего самого лучшего в жизни. Здесь же рубрика «Хочу сказать», да? Я хочу сказать женщинам, незамужним, чтобы они слушали или смотрели лекции Сати Дас. Это такой семейный психолог, он помогает удачно выйти замуж. Вот. Мне можете поверить. Я хочу передать привет бабушке, дедушке, маме, папе и одноклассникам. Я советую всем ребятам заниматься с детства спортом. Вот, например, я занимаюсь плаванием, карате, зимой горными лыжами и танцами. И я всем советую тоже ходить на спорт. Недавно посмотрела фильм «Джокер». Фильм, конечно, знаковый. Он, как вам сказать, очень тяжелый фильм. И поднимает очень серьезные проблемы в обществе, вообще в социуме. Адаптации вот таких людей нестандартных в социум. Но у меня осталось неоднозначное впечатление от этого фильма. Я скорее его не порекомендую, потому что, на мой взгляд, он не несет положительного какого-то заряда. Все оканчивается очень плохо, и как-то получается так, что за таким человеком идет толпа. Это как-то вот меня сильно настораживает, особенно для молодого поколения. Но мне кажется, это фильм неоднозначный. Но, тем не менее, есть повод для размышлений, есть повод для анализа вообще всего и своей жизни, и жизни окружающих. В общем, каждый должен выбрать сам.